Встречайте, пальто Карина. Да, в начале часа мы говорили о том, что у нас будет много интересных новинок. И в данном случае это пальто Карина. Очень теплое. Советую присмотреться к нему, потому что это не только практично. Во-первых, этот цвет, да, казалось бы, темный графитовый цвет, но он немножко неожиданный. То есть это антрацит с таким бежевым отливом, потому что оттенков может быть очень много. Ну и, конечно, оторочка самого воротника, капюшона и оторочка рукавов из меха, напоминающего каракуль. Отличное решение. Ну и вот вы видите, здесь есть простеганная такая текстура на подоле, а также на полочке и на рукавах. Поэтому это не просто пальто, это действительно дизайн, в котором очень много интересных деталей. И вы в этом сейчас убедитесь, потому что что смотреть на вешалки, надо посмотреть на модели совсем скоро. 3 990 рублей за утепленное пальто. Длина 100 сантиметров. Кстати, вот такую длину можешь рекомендовать женщинам постарше или только все-таки молоденьким? Безусловно, эта длина универсальна. Более того, я как эксперт рекомендую взрослым дамам носить именно пальто вот такого кроя. Это прямой силуэт, который при желании вы можете дополнить пояском. А можно ограничиться просто прямым силуэтом, если вдруг вы надели жакет под это пальто. Так, отлично. То есть получается, что это пальто универсальное. Я правильно тебя понимаю, да? Да, абсолютно верно. Во-первых, это цвет, это дизайн, это универсальное пальто, потому что оно, несмотря на то, что на утеплителе, несмотря на то, что это теплая зима, тем не менее, не выглядит массивно. Обратите внимание на нашу модель, насколько гармонично она выглядит. Итак, внимание, это сезонное теплое пальто на зиму. Посмотрите, пусть вас не сбивает с толку вот такой вот красивый, изящный силуэт. Это пальто теплое, тем не менее. Посмотрите, насколько красиво оно отторочено мехом, эко-мехом под каракуль. Это необычное сочетание. 3990. Такой цены давно не было на верхнюю одежду. Я уверена, что сейчас будет шквал звонков, а значит, будут очереди. Поэтому поторопитесь. Ну и чтобы принять решение, нашим телезрителям нужно посмотреть его со всех сторон. Да, безусловно. Обратите внимание, во-первых, это капюшон. Вы видите, он достаточно объемный. Да, в нашем случае это съемный капюшон. Это очень хорошее решение для тех, кто не любит носить капюшоны. Конечно, это оторочка мехом, который практически невозможно отличить от настоящего каракуля. Ну и интересно, детали, да, то есть посмотрите, как выглядит вот подкладка, все очень качественно, все швы выверены, очень интересная модель, я думаю, что стоит обратить внимание на нее и за счет функциональности, и за счет цвета, и за счет обилия деталей, которые мы видим. Да. Во-первых, это сами строчки на полотне, это стеганая ткань. А посмотри, на рукавах, да, да, на рукавах она не просто стеганая, смотри, Зуль, что я обратила на что внимание, здесь даже вышивка есть, то есть не просто стеганая линии, а именно элементы вышивки представлены на рукавах. Да, и вот сам рукав, если вы посмотрите, он присборенный. Есть вот такие присборки, которые позволяют моделировать. То есть в данном случае рукава будут достаточно плотно прилегать. И, конечно, они имеют в том числе и декоративный эффект. Кстати, рукав можно носить как вот таким вот внутрь вывернутым для длинной, для длинных рук. Или вывернуть его наружу. Здесь красивый мех под каракуль. 3990 рублей. Бесплатная доставка на этот лот. Делайте свой выбор сейчас. Тем более, что у нас один цвет. Собственно говоря, ошибиться невозможно. И кому подойдет этот неизбитый новый цвет антрацит? Да, антрацит это самый популярный цвет в этом сезоне, в том числе, потому что все уже устали от черных вещей. Да, соглашусь. А вот серый антрацит, это, ну, называют его еще 70% от черного, да, если следовать математическими какими-то аналогиями, да, то в данном случае это отлично. Отличное решение. Ну и, конечно, Сам дизайн. Невозможно не обратить на него внимание. Очень Наша красиво. Модель Лали 52 размера, но вы видите, несмотря на утеплитель, несмотря на то, что это пальто Карина выполнено в технике Евро-зима, оно совершенно не выглядит массивным. Если вы надеваете жакет под это пальто, то, пожалуйста, вы можете не использовать ремешок. Если вдруг вам хочется подчеркнуть свои формы, то используйте ремешок по прямому назначению. Ну а что у нас?
нас тут... Так, нам задают вопрос из колл-центра. Сейчас доставили информацию, как застегивается пальто, есть ли молния или это только пуговицы. Это важный вопрос. Да, здесь у нас есть пуговицы, которые выполняют роль таких кнопочек. Ну и, конечно, есть еще и молния. Что это нам дает? Во-первых, сама молния, она защищает нас от холода и ветра, и снега. Ну а пуговицы, они выполняют дополнительную функцию. При этом вы видите, что это надежные, очень качественно выполнены металлические кнопочки. Посмотрите. И красота неимоверная. Посмотрите на подклад. Вот, распахивая наше пальто, нам нечего скрывать. Высочайшее качество. Это рекомендация нашего эксперта. 3990 рублей. За это необычное пальто антрацитового цвета, которое представлено по цене 3990 рублей. Бесплатная доставка ожидает каждую модницу, которая сейчас к нам дозванивается по поводу этого лота.